Железные трубы вместо грядок, поролоновые губки вместо грунта. Так клубнику еще никто не выращивал. Руслан говорит, идти по легкому, уже растоптанному пути не его. Садовод-экспериментатор узнал о новом методе 8 лет назад и начал его изучать. Аэропоника – это система, которая позволяет растениям обходиться без почвы. Полезные вещества подаются по таким трубам. Никакого опрыскивания химикатами и никакого полива. А все питание – это минеральные соли. Питательные растворы добавляют в резервуар с водой, откуда смесь идет по трубам. Сейчас в теплице все автоматизировано. Руслан просто корректирует интервал подачи в зависимости от температуры и влажности. Люди учатся в институтах по 6 лет, потом лет 10 становятся агрономами. Ну, в принципе, этот путь мы прошли короче. Результаты налицо. Висячая клубника растянулась на 3000 квадратных метров. Почти все здесь Руслан делал своими руками, от зачистки участка до сварочных работ. Немец или голландец нам не помог. Это все мы своими силами выстраивали эту систему. Все сварочные работы, покрасочные, монтажные, автоматика. Ну, это все сделано нашими руками. Трубы здесь установлены так, что не надо нагибаться при сборе. Так удобнее и спина не болит. Ухаживать за кустами, снимать урожай помогают местные жители. Они вот эти, говорят, болезнь дают другим. Клубника, слов нету для клубники. Вы тоже видите же. Крупная, красивая. Ну как ухаживаешь, вот так и урожай получается. В основном Руслан выращивает клубнику сорта Альбион. Это премиальные ягоды без кислинки. Я решила лично проверить, каково это собирать клубнику стоя. И заодно попробовать на вкус клубнику, которая выращена таким уникальным способом. В прямом и переносном смысле просто неземная клубника. Всего в теплицу садовод вложил несколько десятков миллионов рублей. По его словам, бизнес окупается, но вся прибыль уходит в дело. Руслан утверждает, деньги для него не главное, главное – идея и сам процесс. Патимат Ханабова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Индирей, Хасавюртовский район.